Валерий Грищенко – коллекционер. Предметы из его коллекции побывали в музеях по всей России. К юбилею Самарской губернии из сокровищ коллекции Валерия на выставке представлены уникальные предметы униформы. Там представлены два чиновника. Один чиновник почтово-телеграфного ведомства и второй мундир чиновника Министерства финансов. То есть такие мундиры полагались чиновникам, которые относились к определенному ведомству. С шитьем, шитье воротника и шитье от рукавов. Очень красивые. Экспозиция готовилась больше года. Помимо вещей из частных коллекций, здесь представлены фотографии из Центрального государственного архива региона и экспонаты из музейных фондов. Все это позволяет приоткрыть завесу тайны прошлого Самарской губернии. Есть вензель Самарской гимназии, который гимназистки носили на своем костюме. То есть вот такие вот разные интересные предметы, которые в нашем современном повседневном быту уже не используются, мы с трудом опознаем смысл и значение этого предмета, когда видим. Вот мы пытались все это объединить и сделать это интересным, выразительным. Она очень интересная и яркая. Я думаю, что все жители города с радостью будут приходить и узнавать интересное новое на этой выставке. Выставка продлится до конца мая. Запланированы исторические лектории, пройдет серия встреч с самарскими коллекционерами. Гульфия Сафина, Ирина Балясникова, Николай Сидоров. События.